Урметли достлар, мультфильм на небетека космы, энды ярын бізім яйынларымызда яңғыражақ, шымдылық ісе біз бүгінке бу яйынның мезуларындан, баш мезуларындан бұрысына ачықламаға істер едік. Ялыңыз дегілді, тамам бізім студиямызда болынған мысафыр еле. Насыл бір күн, насыл бір халқара байрам, бүгін қайды тіле, тамам шынды Фатиме бізге тариф етер, вен мысафырымызны таныштыражақ. Ибет сайлы достлар, яйнымыздың башында айтқаны кыбы халқара гузелі күнове. Бұ меселе, бұ байрам әлбетке бізім яйнымыз үчін ғайд. Мұйымдыр гузел инсан, бұ кім ве өз гузеллік үчін насыл қайғырма хаджиба. Тамын бұ сөйлерге жевабыны бізім мұсафырымыз или қаршыладжамыз қаршылыңыз бізім студиямызда гузеллік салонларының мудері Элина ханым Абдураимова. Селям алейкум, Элина ханым. Хош келдіңіз. Рада вас видеть у нас в гостях. Взаимно. Как настроение? Как утро ваше начинается? Как началось сегодня? Сегодня утро выдалось бодрым, немножко суетливым. Необычным, я думаю, да? Да, я была в предвкушении приезда в вашу студию, в предвкушении интервью. Немного волновалась. Ну, сейчас все вошло в норму. Я в обычном состоянии. Это самое состояние. А ранний подъем для вас это трудно или легко? Это для меня привычно и норма. И сначала было тяжело, потом организм привыкает быстро. Утро начинается в 6, утренние процедуры. 25 минут пробежка на беговой дорожке. И это единственное время, эти 25 минут, когда я могу себе позволить посмотреть телевизор. В течение дня, в общем, я себе практически запрещаю это делать. И сидеть в соцсетях, и смотреть телевизор. Замечательная привычка, я думаю. Человек преданный своей работе, вот это самое главное. Сегодня день красоты, вот мы об этом хотели поговорить более подробно, то есть насколько важно вот в наше время следить за красотой, да, ухаживать. И что такое вообще красота, да, в широком понимании? Да, многие, когда приходят к тому, что хотят выглядеть хорошо или исправить какие-то изъяны природные, внешние, они красоту расценивают только как картинку. Внешняя красота, ей уделяется много внимания, много времени, много денег. На самом деле красота, понятие всеобъемлющее и некая совокупность состояний. Говорю про женщину сейчас. Внутренняя красота, внешняя красота, они тесно взаимосвязаны. И если внешнюю красоту можно, так скажем, благо бьюти-индустрия не стоит на месте и все время совершенствуется, внешнюю красоту можно привести в норму буквально за 2-3 часа, стать обладательницей длинных ресниц, здоровых волос, длинных ногтей здоровых, чистой кожи, то вот над внутренней красотой нужно работать годами. И, на мой взгляд, красивого человека видно издалека. У него блестят глаза, он улыбается, он находится в гармонии с собой, с внешним миром, он не ругается в очередях. Ну, вот это что касается внутренней красоты. Нужно все время самосовершенствоваться, не только уделяя много времени красоте, проводя в салонах красоты, или в спа-центрах, или в кафе, или с друзьями. Многие считают, что именно вот в таких мероприятиях женщина конкретно черпает вдохновение, становится счастливее, красивее. Нужно и читать, на мой взгляд, побольше. В наше современное время этому действие очень мало времени отводится. Читать, сидеть хотя бы 10 минут в одиночестве с чашечкой чая, в раздумье. Наедине с собой, да. Подводя итоги. Это тоже помогает себя держать в норме. Выстроить гармонию, да. Да, баланс держать некий.
и поддерживать, в общем, диалог внутренний с собой. Если все-таки взять индустрию, бьюти-индустрию, да, индустрию красоты, какие процедуры, по вашему мнению, да, первоочередные для девушек, женщин, чтобы сохранять свою вот внешнюю, да, как раз-таки красоту, которую вы... Естественную красоту, да, немаловажно. Естественную, да, красоту. Естественная красота, она всегда была в моде. Она в моде и сейчас, несмотря на то, что в инъекционной косметологии страшный прорыв. Ну, в любом случае, естественность, минимум макияжа, минимум видоизменений, это красиво. А самое главное, модно всегда, потому что мода на губы проходит, на длинные короткие волосы, и многие девушки могут просто не успевать, следуя за модой, быть красивыми. А естественность, она в моде, актуальна, классика и все прочее. По поводу того, что какие должны быть первоочередные процедуры, не могу сказать, каждый человек, каждая женщина определяет сама. Себя, да. Но если изучить пропорции тех процедур, которые получают в наших салонах, это первое. Топовая, так скажем, процедура – маникюр и педикюр. Любая женщина любой национальности, любого вероисповедания, любого социального положения, семейного положения следит в первую очередь за ногтями, потому что это самая видная часть тела женщины. Второе – это уход за волосами. Третье – это косметология. И, видимо, это вполне объяснимо, потому что красивая женщина состоит из трех, так скажем, компонентов. Да, красота женщины на трех китах. Размещается это волосы, чистая кожа, здоровые ногти. Все, но этого достаточно. А все-таки должным ли образом, то есть мы уделяем вот внимание по уходу за собой, то есть вот мы действительно вот в современном мире, вот вы сказали, что девушки могут просто не успеть, да, за теми тенденциями, за теми модами, которые появляются, но все-таки должным ли образом мы ухаживаем за собой? Вот, да, девушки... не успеть в принципе, да, не только за тенденциями. Молодые мамочки, у которых много обязанностей, различные бизнес-вумен, люди просто, которые, к сожалению, зачастую не находят время для себя. Есть ли такая проблема в нашем обществе? Любой человек всегда находит время для того, что ему действительно важно. Если, к примеру, бизнес-вумен, ей положено по штату, что называется, выглядеть хорошо, молодым мамочкам хочется выглядеть хорошо, чтобы, ну, так скажем, для себя, чтобы моральное состояние немного улучшилось в плане того, что вот они находятся дома, изменили свой образ жизни, и многие впадают в депрессию, и поход в салон красоты или уход за собой, пусть даже домашний, он немножко повышает самооценку. Сейчас многие салоны красоты перешли к подстраиваясь под желания и под спрос клиенток или гостей, кто как их называет, предлагают услуги в 4 руки и даже в 6 рук. И за 2 часа человек может выйти полностью готовым, кардинально, да, изменившимся. А, это получается, вот так сел, да? Три мастера над тобой колдуют и за 2 часа превращают тебя в счастливую, уравновешенную, красивую женщину. Очень интересно, вы так сейчас начали говорить, потому что я вот что-то начал, а потом я... на тобой колодут, превращают тебя в красивую, счастливую. Я думаю, не те прилагательные в мой адрес, но все же это на самом деле уже, так сказать, в ногу со временем, да, то есть я сразу 3 мастера, это, наверное, круто. Я не знаю, что это такое, я не хожу по салонам. И вот как Кстати, раз исходя из этого, да, возникает вопрос. Есть же люди, которые не ходят, действительно, то есть... Они считают себя действительно достаточно красивыми, идеальными, возможно, или еще что-то. То есть какая-то психологическая составляющая красоты в этом, так сказать, присутствует. Да, и обязательно ли вообще нужно ходить в салон, либо со всем этим можно справиться дома, по вашему мнению?
Все, что вы сейчас сказали, скорее всего, относится к мужчинам, что есть уверенные в себе женщина, любая, в любом возрасте, она все время сомневается в своей внешности, все время хочет что-то исправить, добавить, убавить, отрезать, нарастить, завить или выпрямить. Я не встречала в своей жизни ни одной женщины, которая бы сказала, у меня все норм, я не хочу ходить никуда, у меня и так все в порядке. Любая сомневается, даже 5-летняя моя дочь, она хочет уже себе что-нибудь интересненько, да. Или завить. Покрасить волосы. Да. Мужчины, они, видимо, менее зависимы от общественного мнения и приходят только в исключительных случаях, когда уже совсем нужно, совсем зарос, и нужно элементарно постричься, только постричься. Да, да, да. Больше никаких процедур они в основной массе своей не получают. Ага. По поводу женщин. Поход в салон – это не только просто получить услугу. Действительно, можно и дома это все сделать себе. Плохо, хорошо, но экономия времени, денег. Поход в салон сегодня – это как поход к психологу. То есть разгрузка определенная. Мастер маникюра тебя выслушает, парикмахер тебе может подсказать, исходя из своего опыта, как бы он вышел из той или иной ситуации. В конце концов, просто послушать женщину, которая жалуется на жизнь, на погоду, на мужа, на детей. И когда человека просто хотя бы выслушали, он уже намного счастливее, а еще и вдобавок получил качественную услугу. Этот своеобразный разгрузка. Ритуал, да, да, такой, который нужен. Эмоциональная разгрузка, обновление, обмен энергиями. Там не все просто, не просто услуга. Обмен энергией, да, очень важный аспект. Красивое место, чай, кофе. Пообщались с другими представительницами прекрасного пола уже. Уже, как говорится, чувствуешь себя счастливее. Ведь маникюр – это как новая одежда, как шопинг. Вроде бы недорого, а кажется, что обновленная. И настроение улучшается, и жизнь улучшается. И муж и дети получают счастливую маму. Позитивный заряд энергии от счастливой мамы. Элина Ханум. Господи, много надо получать, немного нужно. Да, на самом деле, да. Элина Ханум, сегодня в этот праздник принято поздравлять людей, которые именно задействованы в индустрии красоты. Мы от всей нашей программы, от всей нашей команды поздравляем вас с этим замечательным праздником, с Международным днем красоты. Что бы вы, в свою очередь, хотели пожелать нашим телезрителям в завершении нашей беседы? Я бы хотела пожелать в первую очередь оставаться во всех ситуациях спокойным. Быть в гармонии с собой, с окружающими людьми, с окружающим миром. Не забывать про себя, ставить такие цели в жизни, которые бы не отражались на личном здоровье, на личном счастье. Не отодвигать, так скажем, себя на второй план. Потому что самое главное – это конкретно вы в своей жизни. Если вас не будет, не будет ничего вокруг, которое кажется вам сейчас, например, самым главным. Берегите себя, берегите свое здоровье, берегите близких. Счастливым быть очень легко. Нужно начинать элементарно с улыбки каждый день. И, в общем, ценить то, что тебе дано свыше, и каждый день улыбаться новому дню и радоваться каждому наступившему дню. Чех сауныс. Бізге келген үшін сауныс, қайырлы күндеріңіз сізге тілейміз. Чех сауныс. Құрметті достар, жайымызды девам айтамыз. Невбетек қысымы, тамам енді айтылған еді, бүгін сабадан біраз салқынша болды. Күн девамында есе біздің асылавалар бекілейік. Шынды авар реті рубрикасындан бері білікте огренеміз, бұйырыңыз.